Один из туркменских диссидентов, Акмухамед Байханов, который 5 лет жизни провел в туркменских тюрьмах, дал интервью Азатлыку. Он один из тех, кто был обвинен в попытке покушения на Сапармурата Ниязова, туркменбаши. И хоть суд над ноябристами прошел в 2002 году, еще несколько лет людей судили по этому же делу. В марте 2007 года меня вместе с другими политзаключенными этапировали в тюрьму Авадан-ДПЭ. Когда нас привезли, я заметил, что количество охранников и офицеров в 5 раз превысило количество доставленных заключенных. Прием этапа начался с побоев. Избивали безжалостно, как настоящие садисты. Некоторых из нас ударами прямо распластали по земле. Все это сопровождалось грозными окриками, унижениями человеческого достоинства. Потом всех раздели донога, одежду и вещи изъяли. Нас одели в черную робу, в одежду заключенных Авадан-ДПЭ. Я попал в 12-ю камеру. Нас избивали по графику и без графика, через день, а иногда выводили раздетыми в коридор и нещадно избивали там. Процесс истязания заключенных офицеры тюрьмы снимали на камеру. Потом кому-то показывали отснятые сюжеты.